Нахуй так лагает. Еще Steam включай, предлагаешь. Я могу врубить. Я же включил стрим, там есть стримы. Я не про стрим. А. Я про Steam. Я говорю, ты сам предложил. Тыкните на Симон. Мне и так ДПС просил за эту хуйню. Прогрузился эко? Сейчас эко на присуму нет. Я рынку поставлю сейчас. Все, ставьте. Ешьте рыбу, там смотрите, у кого фласки кончились, сейчас прошел. Да, одного босса еще должно хватить. Ну смотрите сами там за таймом. Это шаманы. Один звезде, один в кружке. Хулипал под боссом. Можешь где хочешь стоять. Рынжу. 8 метров друг от друга соблюдаем, чтобы больше трех людей не блевало. Три споры будет. Три споры, одна под боссом, одна в кружке, одна в звезде. Бежать начинаем сразу. Если кто-то две споры в одно место побегут, то сориентируйтесь. Главное, не медлите с этим, не стойте 5 секунд. Если убегаем... Я решаю, мы этих убиваем. Кое сойдет, стой. Что еще раз? Убиваем. Кукло, извини, лём убиваем. Идем на квест давай. Да, квест. Ой, квест. Да, 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 сдадим первое дело квест. Чё ты, Ваня, готов? Чё, все? Все готовы? Один ты остался. Ты же можешь мне кидать ассисты, просто пул давать буду и все. Хорошо, ничего страшного. Это самое, на счет 2 припота, на счет 3 пуляем. Раз, два, три. Вот тебе весь ДВ. Короче, смотри, Крикер, чилишь вплоть до эткой гнили. Что значит чилишь? Лужу кидать? Ну да, лужу кидать. Я имею в виду, когда таунтить. Короче, таунтишь после того, как он выдохнет уже. Я тебе скажу. Ну, как знаешь, когда стаки сбросят типа себя. Я понял. Там что-то восьмой он кидает после этого. После эткой. Блять, меня будут наптяжаться сегодня, не? Я, короче, там не смотрел особо, кто куда споры снес. Надеюсь, вы снесли. Все словили баф. Мы с Герой или без Геры были? Да, давайте Геру чё. Я как-то про Геру постоянно забываю. На циркуле вообще первым делом на Гнилова ходили. И там... Да, кинули. Его за Геру убивали. Да. Сейчас смотрите, босс два раза уже вдохнул, по рейду меньше, сейчас пока споры, считай, будет бить. Газ уже рейд не бьет особо. По танку больше начинайте работать, хилы. Волну исцеления желательно, не цепуху по волну. Цепуха сейчас бесполезна. А УЕ мало идет. Можно же Зенитсвет синтек настакать. Ну, короче, смотрите, вот сейчас три стака на боссе, вообще жестко хильте. Два хила блюют. Споры последние собираем, баф. Так. Забрал. Ты тоже дал незыбку, да? Ну ладно. Это мы вместе с тобой дали. Ну ладно, хорошо. Ну да. Оно вообще стакается или нет? В курсе? Чё-то вряд ли, наверное. Было бы охуенно. Мне кажется, варовская с ДКшной должна стакаться. Варовская с ДКшной, да. Ну, а две ДКшные вряд ли. Тут уже похуй на споры. Главное, раньше между собой 8 метров держите, просто добивайте босс. После же привыкают споры собирать. Ну... Если первый раз собрали, никто не сдох, это значит хорошо все. Да, Рога крутой, конечно. В плане цифры ДПС. Сейчас еще тактику узнаем. А я не крыса шемная, дай догнать. Четыре человека блюют. Слеер, анименик, сочный, зубраджин,
Кто-то из вас четвертый лишний. Кроме четырех человек, остальные бегут туда, на Гнилого. Там сразу шкаф ставьте, нас умолите. Ну, сейчас 20 секунд и разберемся. Бегите туда. Сразу квест на кровь у кого-то есть, чтобы я сразу отдал. Танку еще у кого-то есть? Нет. Раз, два, три, танку отдаю. Так. Килая сочный, вот эта хуйня. Реально хуйня. Есть еще на распыл, там заберете, рольте один хуй. Так, сочный. Непроходящая болезнь, дух крит. Угу. Сумоньте там. Последняя шмотка осталась. Надеюсь, вы уже поставили шкаф, сумоните. Килая, сочный, войд. Осколка не было, да? Не было, не было. А? Так, сочный. Я бы там первый визжал уже от радости. Тебе и так три выпало. Ты на слезнях, Крикер. Так, кто там? Да, в прошлый рейд вообще ничего не выпало. Точно вы еще? Они мне еще должны отдать. Кози где? Козик. Козик, ты где? Кольцо? Я понял. Блять, долго тебе еще-то? Потерпел бы. Мне было. Когда квест сдавали бы, тогда бы взял. Ну все, ты тут. Даю чек на пул. И башим. Почему ты так решил, я не... Так, на Войда, да? Да. Да. Угу. На пол. Килая, Аене. Обновляю. Я пласкер. Пласка масла. На счет три пуляем. Раз, два, три. Дай мне истерию здесь. 35 секунд. КД. Мне кажется, вот этот пет ханта, скиллованный, он стоит возле танка. Босс никогда на него не блюет. Блевотина не ловит, получается. Ебаная игра, дерьма, сука. Чё там, откатилось? Да. А кто тебе ещё кидал до этого? Никто. Какой-то БДК-тик. Нет, кто-то... Я сам себе кидал. А, сам себе, точно, я забыл. Я забыл, что ДК стиль это по себе есть. Но если взять рок 3 штуки и ПКД, чтобы триксы висели с символом на триксы по 10 секунд. И стереями закидывать. Ну, ДКшника разогнать. Не, они не стакаются, но их друг за другом если давать. Считай, 3 роги, чё, 30 секунд КД, по 10 секунд друг за другом накидывать. Я хочешь роги нахуй отправить? Да не отправят. Те, которые знают, что есть макрос на отмену с себя бафа, который агро передает. Я тоже когда-то играл на роге. Челик меня попросил и это кидать триксы. Я говорю, блять, ты же агро сорвешь. Тот говорит, да, блять, ты чё дурачок? Сделай макрос. Я сделал и прозрел. Оказывается, вот как интересно все в этой игре. Сколько там стаков? А, третий идет. Но они сбросились один раз. Ты сейчас до 50 таком гранатометом всякого. Да, похую. Не выпанемся. Че, наверное, пытаетесь убить, наверное. Возможно, убьем до взрыва.
Если кто-то багровый рубин сейчас сделает, значит на фулл рейд. Багруха, если... На багруху, если кому-то упадет. Если багруха выпадает, короче, войду отдаем. И тогда фулл рейд. Готовьтесь, по команде, по команде выбегаем. Выбегаем с центра, вышли. Метров на 20. Не забуду. Скажу, куда возвращаться. Все, возвращаемся. Возвращаемся. Возвращаемся в центр. Ничего страшного. Видишь, не выпанулись. Вообще тут ордынский рейд, что за фигня? Это... О, объект тупой. Такс. То же самое, 4 челика здесь, остальные туда, шкаф там, квест не сдавайте. Квест не сдавайте, поставьте шкаф. Не сдавайте, там шкаф ставьте на сумонете. Сочный килла и рольте. Вы где там? Ну, нашим это не нужно. Ну, ты просто кидайте ролл, может на распыл заберете. Килла я закинул. Шип. Жезл. Никому не надо, что ли? Алло. Я понял. Так, объект. И суммонить можете войда. Ебануться у вас ролл, конечно. Вы чё, ебанулись? Дайте ролл. Суммонить, у тебя осколок? Давай. Да? Да. Да, забирай. Квест только не сдавайте, пока все не будут на месте. Сумоньте нас. Ставлю группу. Совет, я смотрю, нет. Сумоньте, ребята, сочный килла и войд. Да, блин, красиво, сука. Потом пока бежать бы, минута пройдет. Ну чё вы там со шкафами, прием, ребята. Не вижу сумона. Эх. Полпути уже добежали. Килая где-то тут рядом. О. Меня суманули. Так, сейчас посмотрим, все тут нет. Меня суманули. Сейчас суманули. Сочного нету. Двое нет. Ивани нет. Кекса и Ваня. Все, вроде. Сочный принял? Все, все здесь. Сдавайте. И на кровь идем. В смысле, а про? Потом. Ой, ебать, колготки кольчужные. Пошли на профа. Ой, блять, на кровь. Оговорка по Фрейду, блять. На кровь, на кровь. Там кто с хантом? Кто с хантом бежит? Он уже согрел, бля. Че вы сделали? Ну бейте, значит, валик. Все к валикам на мост. Сейчас поставлю куф в первую очередь бить. Шаклы кидайте, чтобы это сбивался вот этот каст. На одну, на вторую листы. Звезду с зергами в первую очередь. Возьму безметочную. Угу. После какой звезды. Именно как? Просто кидай пока до оковы. Я не знаю, там успеешь, если. Вот этот вот каст. Ну вызвал и вызвал, угу. Похуй. Просто бейте вальку. Точечно. Вон на ней видишь баф какой-то. 3% от максимального запаса здоровья раз в 3 секунды. Ну, короче, задпсили нормально. Все, пошли через мост тогда. Да, валик лучше чистить, если лича травить. Но мы-то с первого раза его убьем. Да лично тут легкий, главное синдру. Ну, блять. Главное синдру, а еще и проф, а еще и лану надо закрыть. Из всех этих меня больше всего пугает синдра. Да меня ничего не пугает. Так, 3 вот этих мобака пока разъебываем. Активно косты сбиваем. Рыцарям дизарм даем, стан и всю эту хуйню по КД. Чтоб красиво было, чтобы проще было хилить там. Так, Рослова. Рослова в первую очередь. Зергами.
Опа. Зергает пацан. Главное, это рыцарь разъебал вас. Там это, кто сов шарит, тактиков сейчас повытягивать и лапкой. Только два тела. Ты чё, ебал? Два тела резайте пока. Сейчас приду я. Совы пошли какие-то там друиды. Сейчас. И эти тактики ебаные стоят. Вот один. Я могу тактиков шоклануть. Не-не, они все равно прыгают. Вот эту звезду пока ебаните, крикер заберешь. С метки еще дальше кину. Ага, все, заебись. По одному сейчас три тактика разъебем. А там шаклы, короче, знаешь на кого? На лейтенанта дашь. Килая дашь на лейтенанта справа, потом слева. Короче, поставил квадрат. И слева это будет вот этот крестик. Так, давайте кружок тактик. Кружок, я готов ЛПшку давать. Угу. И потом, если получится, этот, то там ромбик еще тактик. Давай, Килая, по квадрату кастуй Ахшакла. Там пару раз обновишь. Кто пойдет, мы словим. А, ты дала уже? Ага. Рослова в первую очередь зергаем. Вот этого советника. Блять, кто-то кого-то разъебывает, там я вижу. Сейчас его добьем. Так. Вон рыцаря крови добейте. Лейтенант. Все, сагрился, забрал. Лейтенант, он неприятный, он стакает дотку, которую надо захилить. 30 секунд потом. Сейчас вот этих мобов добьем, резнем. Три челика. То, что прибежали, молодцы, ну. Тогда одного резнем. Чё, а не трахнули? Да. ИВБ по командиру, давай шаклы. Это, Килая по лейтенанту. Направо сюда заходите за танком, за ДК. Давайте шаклы. Кто сагрится, взрослого в первую очередь бьем. Давайте шаклы. ИВБ по командиру. Блять. Чё-то не то получилось, что я просил. Звездопад, Соло, спасибо. Да ладно. Ой. Мага добить. Так, что у нас там совы? Три совы. Короче, смотрите, совы, тусуйтесь ближе к той стенке, где мы на лану будем подниматься. Крикера не уронить. Чтобы килисет, когда вы бьете там Талдрама Валанара, это сверки не летели на вас. Потому что там как-то хуево санцепат работает. Тактика, можете лапкой затянуть, загореть. Ну или похуй. Тактика первого разбиваем. По-моему, он нас сейчас разбивать уже будет. Че будет? Он будет нас разбивать, говорю, походу. Кто? Тактик. Ага, он уже все, не жилец. Так, ладно, ладно, 1К. Что-то там не прочитал, короче, зеленая хуйня все заспамила. Крикер... Там они между собой. Крикер на келе. Я на двоих. Рога с хантом на пул на Войда.
Это Элдрамова нара хорошенько спула. Дайте рябов по деках. Так, дайте теперь... рыбу. Давайте рыбы, там бафы, все это делайте. По сферам, кинетикам их три штуки, играют три лока. Три лока. И давай лазерная ты тоже на подстраховочке. Ни одна не должна упасть. Ни одна... на пол, ребята. Окей. Три лока, надеюсь, услышали. И лазерная. Вы на кинетике. Окей. Совы, вы знаете, где стоять, чтобы это... За 40 метров от Келя. Келя, крикер туда заводишь, да? Сейчас. Не, да вот тут я обычно держу его, где сейчас стою. Вот я вот звездочку поставил. Ну, понял я, ага. Хорошо. За угол хочешь? Ну, как не, хочешь, как удобно. Главное, совы, имейте в виду, там Кель тусуется подальше, будьте. Так, проверка завершена. Не видел, там все готовы были, нет? Кидай его тоже от тебя, потом иди. Каску обновите. Обновляйте быстрее каску сейчас. Сейчас еще чек. Каску и МП5 по магам, пожалуйста. Давайте, ребятки, обновляйте. ДК каску. Проверка на пол. С касками долго еще. А, вот. Кейки готов? Кила, все завершено. На счет 3 пуляем. 1, 2, 3. Гербот? Нет, пока нет. Ну вот, Хози, что с твоим блинком? Как вообще дела у тебя? Вадикон, резай, Хози. Сразу щиток ему баф. Кинетика почему-то. Смотрите, не уроните. Так, ну чё, келесит. Смотрите, там это, совы, подальше съебитесь, блять. Вот где вход, вот эта дверь, где закрытая. Не тусуйтесь в той стороне комнаты. Сферы не бьете. Блять, я вас сейчас паником буду называть. Выберу в цель. Отойдите подальше. Он... На Талдрама там лапку повешайте, какие-то бафы там, не знаю. Или кинетику поподбивайте здесь, на пьедестале. Так, что там, нормально у тебя все? Давайте Геру Талдрама пьем. Второй Геру, да? Миликий вихрь сейчас немножко отведу. Да что ты с этой хуйней бегаешь? Ну кто это? Этот. Хейки, ты чё там, блять, угораешь? Там бомба падает кинетически. Кинетику бьют три лока и хант. Хуёво бьют, значит. Всё, Валанара бьём. Женя, ты мне тут макрос какой-то поставил, кнопку незаметную. И теперь я, когда случайно кнопку нажимаю, у меня макрос на сбор ЦЛК. Блять, сбор ЦЛК, я тебе один только делал. Вы ее не трогали. Сова, отойди старфом твоим. Сколько там у вас до смены цели? Секунд 10, наверное. 5 секунд. 3 секунд. Ну идите, добивайте Келесита. Только со сверками отбеги, ага. Добивайте. Дри. Погуба. Ха-ха-ха.
На вальку. Следующая валька. Не знаю, я не вижу. Да, есть. Угу. Катушка есть еще. Да я чувствую, ты сегодня шем соберешь, блядь. Катушку ролить. Че, Хайринга в себя истерики, да, что ли? А, Килая, килая. Ага. Сучный. На энха. Может, какой энха сразу... Может, какой-то шаман энха собирать сразу, чтобы закинуть? Да, есть я кандидат уже. Синтек, мы тебя ролить, нет? Ой, Зубр. А мы на Лану не идем, да? Сейчас на вальку. Панку тебе латные кисти нужны, плюс-минус сразу. Короче, я кону туда закинул. Кисти латные. Пока не агрите, сейчас подойдем, чтобы это все были там хилы танки. Кстати, пинг падает потихоньку. Это хорошо. Сейчас как раз квартальный босс. Танки, ну вам надо, нет, чтобы я знала ролять, нет. Вы в рейдовый чат пишите, если кому надо. Офспек там кому-то, может, надо будет. Ну, кидайте ру. Ага. Все, я не буду ролять. Все, побежали. Куда? Ты мне, да, осколок? А, блять, ага, ага. Офигеть, сколько осколков уже упало. Да он, блядь, 3 шема уже мог собрать. Он просто за все предыдущие разы распарамливается. А сколько осталось осколков? Да хуя еще, блядь. Не говори, сколько осталось. А то не будет падать. Они так не падают, блядь. Так, ну смотрите. Самое основное, мы сейчас ворвемся туда, в эту пачку, милики. А там будет вихрь крутить. Ну, а где дробяшка? Дробяшка. Какая дробяшка? Я экну закину. А, то я экну закину. Да. Все, ну, охотницу бейте, раз ее вытянули. Все, короче, я врываюсь туда, в пизду. Ой, блядь. Вас зеленая была. Ну так, если хочешь, могу травмировать. Будет тебе травма, блядь. Вот этой бабе косты носительницы смерти сбиваете. Где там охотница? Я забрал на себе. Ага. Носителя смерти быстрее, ага. Сейчас вот эта, которая повелительница льда, прям переключайтесь сейчас на нее, короче, агрю. Она если лужу разольет, то сразу пойдите с нее, милики. Я думаю, вы успеете зергануть. Не западал. Ага. Да добьете, я думаю. Алле. С первого босса еще 48 минут по таймеру. Нужно профа разъебать, даже успеть. В смысле, ладно, успеем убить. Там, кстати, боешка и ДС вообще не падали, да? Прикол, первый раз такой у меня. Да, нету боешек, нету ДС. Это, Килая, ну знаешь, Килая, сочный, давайте как, боешка, ДС. Ой, точнее, боешка, если с трэша падает, просто оба кубик жмите, все, остальные там откажетесь. Я думал, ты скажешь, боешка, ДС, мою. Не, ну мы же договаривались. Как сходим... Мы это предварительно обсудили. Как первый рейд на фул закроем, второй на 8 сгоняем, тогда и будем думать. Ну мало ли там такой, ты в сделку не входил.
Угу, про хили вытереет. Нормально. Хилы красавчики, ДД красавчики, все красавчики. Это после профа скажи. Провайдер пидорас один. Да. Но осколки тоже охуенно падают. Не, ну наоборот, так даже лучше, если боешки без симпатии, хоть осколки сыпят нормально. Да, кстати, это, наверное, взаимозаменяемая хуйня. Как мы пришли, блядь, на магика или на груля, кого там. Падает маунт, о, или все маунты, блядь. Две шмотки и маунт, нахуй. А чё, маунт вместо третьей шмотки, блядь? Такое расстройство, блядь. А ты, Ваня, хотел с окна прыгнуть, блядь. Вот тебе осколки. Да он на первом этаже не выживет. Лол, блядь. Как этот видос-то был? Как же там мужик-то кричал и прыгал, блядь. Блядь, как же он там кричал-то? Ёба на врот, что-то там. А, погнали нахуй. Ёба на врот. И полетел такой, блядь. В деревья, блядь. У меня, кстати, с балкона так же, блядь, там деревья растут. Задний двор. Ну-ну, с балкона. Погнали, говорит, нахуй, ёба на врот. Нет, там, ну шо, погнали? Да, ну шо, народ, это... погнали, нахуй. Это тот анекдот, который мы заказывали, или чё? Нет, это не анекдот, это я вспоминаю. Просто. Я просто думал, смеяться надо. Нет, там прикол, на самом деле, был. Просто многие позабыли. Ну, да чуть не застал ветки там. Так, ну хилы, короче, смотрите. Можно еще одного хп спикнуть танку. А, да? Угу. Ну, хорошо. Хп поинтереснее будет. Хорошо, давайте. Спикнешься. А вы чё? Кто шаманов хочет полетать? Третий? Если хотите, конечно. Можете не отказаться. Не буду заставлять. Мобов добейте сначала. Шаманы? Экона или изображен кто-то полетит? А зачем нам больше двух хилов здесь? Ну, можете не лететь. Можете лететь, можете нет. Короче, Вероника и Танку. Звездочка и кружок. Я о том, что даже не спекать можно. Отправить Зубра с полипалом, и они выхилят спокойно. Да пускай, пускай два хэпала полетят. Зубр пускай почилит. На танках это, щитки поддержит. Так, отпивайся там. А, это... Хейки, сочный, Вадикон, Потанко и Бонитинер откатится в бою. Сейчас. Моб, там, Лок и, или какая-то черепаха там. Лазерный, ты краба сделал? Да, у меня есть. Давай, все, давай. Вытаскивай краба как раз. Так, где он у тебя? Ага, вижу. Поставлю квадрат на него. Так, танку вроде залили, чек. И будем ебашить. Проф близко. Войд. Чё? А усиление магии работает на вальку? Да. Работает, работает. Короче, я слева... На краба и на этого кидай сразу. Крикер справа, погнали. Разъёба. Ебать. Подавление приоритет номер один. После подавления идут маги, потом все остальное. Там паладины, если у кого-то голос есть... Вышел, да. Это, если у кого-то голос есть паладины, когда вам Геру надо будет, сами скажете, там, попросите шамана. Что-то у меня пусто, блядь. Весь трэш у тебя, что ли? Да. Я тут вообще потею. Потеешь прям? Краба-то под вальку надо? А хуй знает. Привяжи к полю палу по кому-нибудь. Подавите сверху.
вроде краба под вальку ставит. Пониже, что ли? Поближе? Да похуй, забери. В голову его не ставь, чтобы палы-то могли тыкнуть. Или они там как? Слева это огненный, бейте слева. Сейчас разгром ебашить будет. Если что, его об этом, если огненный будет разгром кидать, там шаклы кинешь. Сука, ебаная сова. Да блин, да хватит уже откидывать мобов. Не откидывайте без надобности. То там миликам неудобно. Подавление. Слева доходит. Да, у тебя походу все толстые, вся хуйня выходит. Ну так объективно у нас час и 10 минут примерно есть. Так что без АФК. Чё там? Чё там? Хэпалы скажут. Не парьтесь. Подавители вышли. Вышли. Их размяли быстро. Огненный слева. Фига по 140 тысяч хилят. То ли еще будет. Уебаный в рот. Таунт КД. Дайте ему. Толстому дайте стан. 50-40. 50-40. Да не парьтесь, палы попросят сами. Не, это пал спрашивает. Вероника, что там? Давайте Гера у нас по 40 так. Сак подал. О, бля, я тоже прожал. Ну чё, по времени? Да, успевайте, 25 секунд, да, успевайте. Вам осталось 10%. Все, трэш, можете оковы кинуть и чилить. Огонь стерею кинуть? Сейчас поиграем. Да. Уже все. Это было бы... Ешка. Это было бы печально. Была плаща. Как назло, сейчас боты будут. Нет, блин, думал, боты будут. Неплохой лут. Да. Штаны хуёвые, кольцо хорошее. Штаны хуёвые, ролим. Ну, в смысле, если надо, блядь. Никакие шани хуёвые. Танку надо тебе? Да, кольцо хорошее. Народ, если кому-то надо что-то тебе? Надо, вы инфу давайте. Ну, на расплюн, блядь. Ладно, себе закину, блядь, я же ДД собираю. Куда идем, на профа? На... Да, на профа бегите, ставьте шкаф перед ивентом. Штаны. А сколько не было? А, ну это же сундук. Это... А босса на штаны не надо никому. На распыл там, это самое. Кому закинуть на распыл? Килай, у тебя есть распыл? Хотя у меня тоже конечно. Есть. Давай. Кольцо ролить. Я тебе закину на распыл тогда. Так, что там? Сочный сок. Ебать! Все, сумоньте. Неприкольно съела, наверное. Войда килла. Сейчас проф будет, ребята. Вспоминайте тактику, надеюсь, вы ее знаете. Сейчас посмотрим. Может, лучше Гривен будет ролить?
Я тоже думал, грили, пусть ловит. В следующий раз тогда чё? Нихуя, а он талисман же, да? Он там сотки кидает по КД. Ну, блядь. А прикинь, вот сейчас как назло будет единичку хуярить двойку, нахуй. Да не. Да не, может это этот рейд у такой. У него ни разу не было меньше 5, блядь. Смоните там бой, да. И килаю. Килаю, где-то она там бежит. А вот. Крикер в кукле. Так, я вот даже не знаю, надо ли вам миликов, чтобы... Какой самый умный милик, который понимает, в какую сторону нужно от зеленого слизня вставать, чтобы лететь в нужную сторону? Есть такие? Все. Все умные? Танку, ты справишься с такой задачей? Блядь. Не, ну, блядь, есть, нет? Блядь, давайте посмелее как-то. Я просто не знаю, надо вам... Вань, давай ты, страдай. Да нет, похуй, я че страдать буду, вы будете страдать. Короче, смотрите, и имейте в виду, ну, какой-то, так, как, что там, Рарника, Аэни, принимайте. А, я ёбанил. Прыгните, Локи, Локи, поставьте портал, прыгните вперед, активируйте эту парашу, спрутитесь, портанитесь вниз, чтобы эта хуйня проходила уже. Какая разница, тут хилиться стоять или там стоять хилиться? А, ну так-то похую. Нахуя мы это стоим, ждем? Чё, короче, пошли, блядь, что-то, блядь, Локи не понимают нихуя. Пошли наверх. Блядь, давно бы уже запустили. Быстро двигалось, не знает, наверное, этой фишки. Просто бить. Блин. Бить, я забыл просто. Похуй. Я отвлеклась ненадолго. Короче, ребята, пока вся эта хуйня идет, сразу, чтобы понимание было, я не знаю, как вам или персонально как-то минус скролл давать, или что делать. Ну, в плане того, если вот килая, допустим, у тебя там 5 человек, там 5 РДД словят пельмень. Давай понемся. Вот там как-то. А, у нас есть КПшки. Есть Ваня, да. Вот, ну, Ваня это четко делает, я знаю. Прям хуяришь сразу. И все. Ну а сочный, ну тоже смотри. Если кто-то. Я буду смотреть, если мы выпадемся. Посмотрю по рекаунту, сразу скажу, кто что словил. Милики тоже имейте в виду, лучше отбегите от босса, почилите 5 секунд, нежели вы словите баф, и будет маленький ДПС у вас. Меткость. Рарник, подними, пожалуйста. Меткость срезается. Резать. Рарник. ДК и роги могут вроде типа зеленку включить, сбросить его. Можете. Нет. Что угодно. Главное. Только ничего нет. Главное не это, не ловить. Взрывы. И если без вайпа убьем, то как бы вопросов никаких нет. Будет вайп, буду сразу смотреть, кто что ловил. Окей, два года. Чё там, резайте людей? Да, я бегу. Дайте шкаф, там бежать долго будут. Тыкайте. Есть пока две минутки это отойти, био? Да, давай быстрее. Да. Пять масла, фласки. Эх. Че, кто следующий убивает? Иди, пацаны. А кто ливнул? А, в прошлый раз поймал, нахуй пельмень умер кто-то и обиделся и вышел. А, ты про темно, что ли? Ну. У него только язык длинный, все остальное мелко. Проверял, да? Так, чё притих? Крикер. Проверял, да, говорит? Когда будет зеленый, главное, чтобы лужи перед ним не было, на кого метку кинет. То будет обидно милишникам бегать и по лужам. Вообще супер обидно будет. Если вдруг какие-то проблемы будут с профом, я вам расскажу разок тактику, ему что-то не знает. Будем надеяться, что вы все сюда собрались, все нормально знаете. Процентов тут не знают люди. Проценты? На боссе, в смысле, какие хп у него? 100% людей, нахуй, не знаю тактику, говорю. А, да? Нихуя. Это что-то дохуя.
Дайте ребаф по ДК, пожалуйста. Я не верю. Алкина, ты знаешь тактику? Ну, ладно, не стал. Ну, процентов 40 точно не знаю. Да не, это прям дохуя. Если 40 будет вайп. Он будет. Добро пожаловать. Да не, блять, хуёвые мысли отбросьте. Думайте только о победе. Алкина, ты знаешь? Мысли победили его. Тактику знаешь? Да-да-да, тактику знаю. Красавчик. Красавчик. И ВБ тут? Супер. Лазерная кино, фласки, масла. Да-да. Если нет, выдам. МП5 там уже 6 минут. Давайте бафы обновляйте там, МП5, всю хуйню. Ваня и Кейн, подойдите к боссу. Принимайте руны. Готовность, время идет. Что там будет? Не, руны зальют там дроид. Понял, но кукла-то обычной сторонки у нас стоял. Субраджин, слушай. Тебе-то не нужны руны. Руника коня убили. Тут, в принципе, а, первая сейчас... переходка на 70 или 75? На 80 на 8... и на 35. На 80? Да. С танку метку уберите. На танку метку я поставил как милик, который имеет мозг. Ну, он знает, в какую сторону надо от зеленого встать, чтобы отлететь в ту сторону, в которую надо отлетать. Я же говорил, блядь. Вряд он стал, блядь. Он просто не хочет ответственности, вот и все. Ну это я так надеюсь. Зубраджин, ты тут? Зубраджин не подтверждает готовность. Что тебе не хватает? Опять полубахов не досыпали. Блядь. Дайте крест по шаманам, имейте совесть. У нас энхов нету в рейде, шаман, блядь, паладин, который бафит кулак, ибо не крест. Поле повери или, блядь, что-то сделай. А там висит на нем. Мы тратим ебучее время. Вон, я вижу, висит крест. Рога, отойди отсюда. А ты, кукла, уже нажми и стойте ход эти заранее. До пола. Что, заранее будет еще ход от меня, что ли? Да. Давай, на всякий случай, да. Что, может, репку поставим, чтобы все кушали ее? Есть. Слэйр, ты тут? Все, да ход эти... Стой, пошел. Друг, заходай, да. Ход эти, куклу, отойдите все от нее, там, буйный рост омоложения на куклу, остальные ешьте еду. А, вы энергию резаете, да? Что-то пока не... Да, 8 есть. Как сейчас, вот, короче... Еще 8 ебанет и буду пулять. Милики, подойдите к профу ближе, чтобы начать сразу бить. Готовьтесь. Все, в принципе, на счет 3 пуляю. 1, 2, 3. Мы посмотрим, как вы играете. Ну, понял, я все сказал. Это все, что надо. Это ебашим сильно. Сейчас лужи будет, поведу. Милики, выходим. Не сдохните только там, лужи. Идем потихоньку за проф. Зергать собирается. Выпадет зеленый, сейчас появятся все, в него свечаются без исключения. Милики, РДД, все. Вот готовьтесь, вот он сейчас появится. Фул ДД по зеленому. И сразу потом профа переводим. Ебать. Милики в РДД. Милики вместе собрались. В РДД зон. Все, зеленого бьем. Добивайте. Когда откинет, на зеленого не бежать, РДД добьют. Вот все. Добивайте. И профа быстренько. ДПСи. Появится красный, красного не плюй. Не плюй. Ну да, там переходка. Все, переходочка. Че он. А, он кастанул? Ага. Он сейчас достанется с нами. Сейчас, милики, можете профа побить 5 секунд. Когда выберет цель, пойдем красного бить. РДД, бегите сразу, когда я... Ребята, давайте лишние релы там, блядь, завязывайте. РДД красного. Цель Хози, пол хп снесло. Хилы, обращайте внимание. Милики бьем. Пельмени словили. Холипал, Экон. Лазерная. Ведикон. Колба милики. Ведикон, ресой лазерную. Сразу по фулбаф по ней. Бьем проф. Не ловите пельмени. Пельмени летят из профа. Их 2 штуки. Пельмени полетели. Я посмотрю, если мы выпадемся, кто ловил. Получите минуса, блядь. Колба. Колба 5 секунд. От профа отходим.
Милики. Отходим. Три секунды. Три секунды. Сейчас к зеленому подходите. Там зеленый сейчас будет. Все, колба вылилась. Подвожу профа. Уярим все это вместе. Зеленого весь рейд переключился. РДД, милики. Откинула миликов. Бежим. Нормально, разрезаем. Давайте сбегаемся. Дал незыбку. Нас на зеленого не бежать. Сейчас зеленого добьем. Так, сочный Аене. Хеки Хаерину. А Ваню ресает Синтек. Эрдру. Всех, кого реснем. Колбы, кстати, поставил прямо у вас в центре. Отойдите. Красный РДД бьем. Только в колбах не стойте. Фулл бафы обновляйте по людям. В милике по красному, сука, профа не бьем. Кто там милик, блять? Алло, блять. Кто за тебя будет бить красного? Красного сильнее бьем. Красного быстрее, быстрее, быстрее. Так, что там? Колба 7 секунд, я отведу пока. Милики, готовьтесь отбегать. После коста колба секунда. Идите к зеленому уже, колбу поставил. Зеленого максимальный ДПС. Надеюсь, все бафы дали. Лапка, пристабаф. Какой-то. Холипал, дай массакру. Холипал массакру. В цель сбегаемся. И ВБ этот. После откидывалки гимн на ХП, ебанешь. Вот, давай гимн на ХП. Добивайте зеленую. Так, и вот там БР есть, блядь. Булкин резко быстро двигался. Это демон нам пригодится. Поворачивай. Колбы 3 секунды. Милики, отбегите от профа. Все, поставил. Красный. РДД выбираем цель. Вон пельмени не ловите. Вроде не словил никто, нормально. Красного бьёт. Ты замедлил его? Беги быстрее, кто-то. А? Красного, милики. Милики красного. Сильно прям по красному. Надо быстрее из нее убивать. Профа успеем убить. Так, колба 7 секунд, отвожу проф. Готовьтесь бить зеленого. Так, колбу поставил, что-то. Подвожу. Второй раз уже косячишь. Да, поймали колбу. Заебись. Помолчите. Зеленого бьем. Булкин, ты поднимал, быстро двигался, что-то не понял. Я умер просто, ладно. Еще раз умер, что ли? Да. Ладно, зеленого бьем. По-моему, БРа больше нету, да? 5 БРов мы отдали. Танку, Булкин упали. Добиваем зеленого. Колба секунда. Не подходите к профу. Сейчас будут красные. Милики, пока бейте босса. Все, милики, стоп по боссу. Стоп по боссу. Весь рейд бьет красного сейчас. Весь рейд по красному. Все, милики, проф бьем. Колба 5 секунд. 1% перевести, все в босса играем. Колба 2 секунды. 0.5%. Колба отбегаем. Все, проф перевелся. Сейчас будет стан. Подбегаем к столу, со стола начнем. Короче, там у кого есть рея, есть, дадите. По мане у вас все фуловый, а мана у хилов. Так, на 4 стаках я скажу, короче, когда забрать. Про диван проносишь? Диван будет рарник давать. Рарник есть реги на диван? Значит, грилит СС по рарнику. Гера? А, Гера, конечно. Так, там когда колба будет, я не помню, милики, так что... Вот она сейчас где-то должна быть. Перед лицо убегите туда немножко, ДПС потеряете. Но главное, колбу не словите. Она как поставит, я поведу. Потому что ДБМ сейчас не пишет. Три. И стака. Меняй. Нормально, нормально. Пока на четвертом мы меняемся. Скоро должен поставить этот. Так. Ага, забрал. Сейчас будет колба, короче. Давай, рарник, по войду диван. Все, отвожу.
Так, вон колбы поставил, нормально. Следующий колбы уже будет таймер. Так, рарник стал, его забафайте и ДПС дальше. Второй кто, хапал даст? Да, наверное. Тогда СС нужен. Этот аниме ник. Аниме ник по хэпалу СС. Пятой пати паладин. Оба пять. Четыре забрал. Готовимся выбегать отсюда, сразу к воротам побежим. Там отрезало нас. Выбегаем через лужу, дал незыбку. И ВБ килаю на ХП читаем. Так, крикер снимай. Снял. Ага. Ну и потом затанкишь. На тебе сколько? Да пока два. Нормально. У тебя незыбка, кстати, есть, да? Ты настакал? Да. Сейчас добьем, в принципе. На четвертом заберешь. Там под конец колба. Все, забирай. И незыбку можешь давать сразу. Лужи выбегайте с лужи. Лям, короче, бейте. Добьете, я думаю, 800 тысяч. Не падайте. Хейк, спокойствие, прочитай там, похиль себя. 200 тысяч. Угу. А маскет можно, пожалуйста, сдать? Если есть. Так. Есть. Ну вот и дает. И боешка упала. Этот. Маскет даю. Это резайтесь. Боешка сочные килла. Остальные на лану бегите. Ну там, к совету. И там шкаф ставьте. Ну как обычно. Сейчас резайтесь. Так, боешка сочный кифа. Не достань. Ебать, у тебя роллы, конечно. Да я не портовый, пиздец. Да ничего, это может этот рейд только. Десик также сочный кила. Сейчас она два кинет. Хуя. Рин, это не твоя сестра? Может быть, может быть. Защитник. Только не говори лазерный, блядь. А я все уже собрал. А. Мне кинь туда или экону кидай. Экону закину. А то передавать лишнее время терять. Паладин жрец лок. Че, осколок есть, кстати, не? Нету, вижу, убежал. Сочный, блядь, хоть что-то выиграл, да? Какую-то хуйню. Ну ладно, боешься, ничего страшного. Лол, блядь. Забег-то бида 95, мой самый высший урон. Сочного кила и войда сумните, там кто у шкафа. Сейчас трэш будем бить. Так, кстати, у нас осталось около 50.